Я рад, что свозил тебя на этот источник. Конечно, я разделяю твое огорчение. Ты представляла нечто более другое, да? Вот мы были в Глине. Да. Ну, не в Глине, там уже Сураж или что там рядышком. Какая разница? Ну. В Глине были. Там, ну, там да, свежие, там елочки. Там все построено в 2011 году. Мы здесь были в 2010 году. Зима 2010 года. И, скорее всего, какая-то работа была в 2009 году. Вот смотри, 9, 10, 11, 12, 13. Уже 5 лет эта каша. За 5 лет она вот пришла в такое состояние. Тогда она была посвежее смотрелась, по крайней мере. И я остался в нормальном таком представлении. Насчет кипела, нет, наверное, количество источника не изменилось. То есть его больше не было. Ну, просто видно, что он кипит, понимаешь? Одно дело, когда у тебя из земли вода бьется, а другое дело, ты видишь белый такой песок, из которого клубится вода. Достаточно понравился. Вот такие просторные помещения. Вот я хочу в нашем Брянске, да, нет такого простора. Город центральный, да? Нет такого зала огромного свадебного. Есть конвейеры по 40 свадеб, они заходят, напихаются, блин, как блохи. Вообще. А это общественное здание. Оно нужно строиться именно городом. Город проводит регистрацию, ведь правильно, да, или какая городская власть, это мы вас женим. Ну, что ж вы не сделаете, мы вас женим, приличное помещение для маложения. Да, когда-то вполне хватало этого ЗАГСа, но сейчас-то изменились уже и критерии. В таких мероприятиях, когда люди наряжаются понаряднее, а потом идут в курятник, возникает вот это несоответствие ожиданий и получения ожиданий. Обижаешься, в принципе, законно обижаешься. Раз до пчелы еле-еле доехали. Кстати, ноги мокрые. У тебя? У тебя же дырявые башмаки. А у тебя что, не мокрые? Ты же траву заходила не мокрые, там. Ноги. Саня, у тебя нет подошвы в одной ноге. Нет. У тебя одна нога тоже. Они не сверху мокрые. А, и сверху еще тоже. Сверху же сетка. Саша, обувь нужна. Все нужно. Что? А где же денег взять? Нужно, если жить нет, взять. Распределять деньги. Хорошо, хорошо. Ботинки брать, куртку брать. Ну как-то взяли, будем вот, через следующий месяц покажете. Ну, выкручиваемся. Я же не говорю, что мы не выкручиваемся. Вот
ворона много. Вороньи яйца. А может, мы здесь видели хороший дом? Или в коммуне пчела? Ну что, он тут достаточно видел. Вот это из колес. Архитектура, конечно, это. Один из показателей цивилизации. Понятно. Может, воинская часть какая-то стояла. Судя по количеству заборов, вполне. Заборы не стояло, да? Лад строим, ходили трум-трум-трум-трум-трум-трум. Украина. Украина. Куриные вороньи яйца. Сейчас до этой точки, вот пустыня мне показала 31 километр. Точнее, да? Ну, понимаешь, опять же, можешь мерить до туда, можно мерить до сюда. Точно, спутником мерили, да? Ой, кстати, к спутникам тоже, ага. Мне больше всего нравится, знаешь, так сказать. Ну да, это зависит, в принципе, в устройстве это может меняться точность выше, ниже, безусловно. Но почему не принимают регистраторы суды? Потому что скорость может быть неточная. Спутник может померить неточно. Нет, пока придумали, знаешь, что типа вот будут. Граждане, успокойтесь, будут разработаны требования, тех условия на такие специальные защищенные регистраторы, которые, грубо говоря, будут прибиваться гвоздями к машине. В нем не будет флешки, то есть его можно будет только целиком зубами разгрызть. Понимаешь? Тогда суд примет во внимание значение этого регистратора. Ну, такая тема есть, но беда заключается в том, что такие регистраторы будут стоить как самолеты. А надежность никто их не гарантирует, что они будут супернадежны. То есть ты будешь платить деньги, а работать она будет. Ну, вот у меня, знаешь, из-за чего не работает, судя по всему? Там сделаны подвижные контакты. Она втыкается, как щелк-щелк. И вот эти 5 или 4 штырька упираются, пружинят там на пружинках. И вот этот вот элемент, он до того ненадежный, что где-то в одном контакте пропадает электричество, и все. А я бьюсь об стенку. Я их взял, почистил, подрыкал, они стали работать. А тогда до этого, видно, там пружинка, может, не контачила или еще чего. Мало ли, как создать этот маразм, может. Не сложно. Нет, Суземка поедет той стороной. Я же тебе говорю, вот сюда же мы приезжали, вот с той стороны заезжали. Я почему удивился, но теперь знаю, как и с этой стороны заехать, как и с той. Ну, честно говоря, больше я сюда не поеду. Почему тебя и попросил на сфотографировать? Во-первых, мы это выставим как место отдыха. Место съемки? Место съемки, да. Там
тем самым заработаем сколько хотим очков. Ибо здесь мало кто бывает. Здесь не бывают. Ну не столько. Фотограф такой, как для у меня. Да, местные скорее. Скорее. Ну, такой приличный парень, мне кажется. В возрасте. Да я видел тоже большой. Праздники надо не заманаться. Ну выкладываешься, пока двигаешься. И у меня любое движение, вызывает уже усилие. И что? А если их не тратить энергии, ты будешь заводить толпу? Мадам. Ну какая ты не такая. Ментов впереди, он едет на баргай. А это, хочешь сказать, что это удел для них? Да. Ну, ты свадьба. Ну, ты видишь свадьбу, что не погудить? Слышь, погуди. Это ты когда на пароходе поплывешь? Да. Тебя погудят. Слышь, а у тебя брат в Москве
Если б снова начать, я бы выбрал опять бесконечный секрет. Строительный завод, что там было? Судовеч. Нет, он назывался Одна-Сюда. Балета машины выкладывают. Я хотела бы посмотреть избиение 7-летнего ребенка мамой. На YouTube это не видел? Не видел, это не интересует. Так, я кто понимаю, его рекламирует? Я понимаю. Посмотрели уголовное дело по факту избиения этого ребенка. Просто помочь. А кто ее снимал? Прохожий. Она на улице избивала ребенка. Чего? Ну избивала. Своего ребенка. Ну и что? А вообще нельзя по-человечески. Согласись, да? Конечно. Чего ты вдруг в себя такие полномочия вселяешь? Да, тяжело, но извини меня, те, что силком этих детей втюхивали. Нет, ты сам их родил. Все, на этом вот тему закрыли тему. Насилие над ребенком, это насилие сильного над слабым. А не то, что там ты имеешь право. Прав ты не имеешь. С другой стороны, власть точно так же нас насилует по праву сильно. А права не имеет. Так что сказать, что это что-то такое сверхъестественное в социальных отношениях, это нормально. И в природе сильный всегда прав. Значит, это норма жизни. Это норма жизни, да. Но с другой стороны, вот рассуждение Лушникова и Невзорова. Гомосексуалистах. Невзоров говорит. Я не говорю, что мне нравятся гомосексуалисты, что я поддерживаю это течение. Но гомосексуалисты являются вот той гранью инаковости. Это другие. С чего мы решили, что мы имеем право им запрещать? Людей всю жизнь почему-то делят. В Америке делили людей по цвету кожи, блин, там. Можно по росту делить, по форме черепа. Всегда что-то же человек придумывает. Почему чужой плохой, понимаешь? Потому что Коран не любит. И это то же самое. Это та же примерно грань. Нельзя, как бы тебе это ни хотелось, нельзя запрещать. Это их право быть другими. Потому что потом покажется, что, блин, у кого там что-то другое плохо, потом третье плохо, четвертое плохо, понимаешь? Дай только начало. В том-то и суть, что нельзя запрещать. Ведь я говорю, вот запрет на негров во что вылился? В результате в такую, блин, негритянскую эту истерию, да? А теперь представь, что в конечном итоге все бы голубые так вот, такие истерики затеяли. Что не дай бог его вообще к нему подойди, не так. Просто, ну, другой человек и все, живи и живи, это твои проблемы. Чем меньше о тебе думают, тем меньше тебя это интересует, правильно?
тут сухо. Чего мы туда ездим? Сухо, блядь, совершенно сухо. Сухой асфальт. Свекла. Сухая свекла. Все равно взмахивают. Раз они взмахивают, значит они получают на себя какую-то грязь. Это что, или трактор? Или комбайн? Закупорочный. Да? Я вообще не представляю, как они выглядят. Правильно, ее, ну представь, вручную, вы по порве этого свекла. Дошла она лесом, эта свекла. Промышленное производство это промышленное производство. И где-то грань. Вот, пожалуйста, вот так вот у тебя должен сейчас выглядеть твой огород. Скопанный, вспаханный, отправленный в зиму. Почему у тебя бурьян в твоем микроучастке? Потому что вручную уже силы не хватает, а механизации нет. Вручную можно выпалоть грядку, или так вот, картоху выкопали. Ну что, убились. Правильно? Ну да. Ну да, а выкопали сколько? 5 на 2. 2 метра шириной, 5 метров длиной. И мертвые. Нахрен это нужно? Я не представляю, убрать картоху с этого поля вручную лопатой. Где тебя закопают? На первой грядке или на второй? Может, попрохладнее машины сделать? Чтобы засыпали. Тоже засыпаешь? Ну, конечно. Сами. Не надо. Я приеду домой с синим боком. Дайте мне синий бок. У нас будет двое. Синяя борода и синий бок. Ты тут женщин душил, а меня жена щипала. А я кто? Ты? Синяя борода. Синий чулок. Синяя ручка. Сколько твоим яблокам времени есть? Красно. Получились полеты яблок? Нормально. Ну все. Пузыри получились. Нормально, все. Я хоть что-то успел сделать.
Можно было сразу свалиться там, полчаса поспать, почему-то дергался, сказал спи.
хватило. Не хватило. Есть, в принципе, 800 метров до невесты. Да, такси. Ничего не слышно. Переполнит? Ага. Так я его переполнила. Я его, а воды напилась. А вот заметь, ты пьешь, ешь уже даже больше, чем я. Мне понравилось, что вот в прошлый раз мы ели, я бодрячком себя чувствовала. Не, ну я не против, кстати, того, что... А потому что такой уже приходишь в этот в зал измотанный, глаза волчьи, сейчас как съел кого-нибудь, на ненависть на них смотрю, жрёте так, смотрите. Жрёте! А мне не даёте. Блин, вы корку хлеба зажимаете. Ну да, есть такое. Кстати, тоже магазинчик. Свечной, с зелеными свечками. Так что везде этих магазинов поналепили. Цены, наверное, нет? Вокзал. Вокзал должен. Вокзал. Базар, вокзал. Не города надо построить 30 храмов. Вот смотри, с чего это строится. Когда можно наконец в этом будем соображать строить? Тут один очень материал, как у родителей. Боковина? Угу. Ну, Боковина. Весь дом там отделан. Оазис. Что это? Магазин. Чего он по всем магазинам шарится? А они в магазин пошли? Не знаю. Я тоже не знаю. Есть что ли? Да нет, разворачивается. Я не знаю, куда ехать. Я еще просто не знаю, куда ехать. Я тоже не знаю. Будем кататься за ним. Может, они здесь праздничные? Да нет. Закусочные. Пекур. Там магазин не более там. Да? Все катаешься. Видишь, ты видишь, не убили. Ивановский панор. Это хитрая, но он сбоку припарковался. Так мы и не сфотографировали их. В машине? Ага. Есть фотография? Мне живот болит, Саш. Я просто умею аж это самое сгибаться. А мне чего болит? В туалет хочу. Писать хочу. Сейчас он выйдет из магазина, вон он, иди. Иди быстренько, быстренько. А то он больше не сфотографируем. Сейчас кончится веселье и все. Я вот ходил, солнце висит. А свидетелей нет вообще? Нет. Стоит на турбе свидетель? Стоит.
Mm-hmm.